Новый год – праздник, который с нетерпением ждут и взрослые, и дети. Он неразрывно связан с нарядной елкой, подарками, бенгальскими огнями и, конечно, с разными развлечениями. Начиная с этих выходных и во время всех новогодних праздников жителей и гостей столицы Чувашии ждет множество развлечений. Ежедневно с 10 утра и до 8 вечера на Московской набережной работает прокат лыж. Кстати, кроме них в прокат можно взять и лыжные велосипеды. Вы не ослышались, на набережной на велосипеде можно кататься и зимой. Сноуборд с кайтом – новое развлечение. По сути, это тот же сноуборд, но в комплекте с воздушным змеем. Всем любителям экстремального отдыха придется по душе и катание на снежном банане. Можно даже поехать на снегоходах через Волгу на левый берег. Кстати, активных горожан уже сейчас можно встретить на набережной. Это общение, это общие интересы, какие-то такие вот семейные тренировки даже мы проводим. И, конечно же, эта ходьба, она сплачивает единомышленников, очень позитивных, активных людей. Самое милое развлечение на Московской набережной – катание в упряжке с хаски. Чемпионы различных российских гонок и выставок покатают всех желающих вдоль берега Волги. Наша съемочная группа уже прокатилась. Сюжет об этом смотрите в следующем выпуске программы «Республика».